Два года в подвалах. Жители прифронтовых городов и поселков Донецкой области продолжают жить в укрытиях, опасаясь мощных обстрелов. В некоторых населенных пунктах режим тишины за все время военного конфликта на Донбассе так и не наступал. Как выживают люди в полуразрушенных домах без света, тепла и воды, расскажет Светлана Павлюкова. Пять выстрелов все в дома. Каждый выстрел был в квартире. Поселок Опытное Донецкого аэропорта отделяют 3 километра. Здесь начало военного конфликта не смолкают орудия. Громыхали взрывы даже во время перемирия летом 2015-го. Тогда по населенному пункту били из танков и градов, рассказывают местные жители. Прямое попадание. И вместе с этого вот перила, видишь, завернутыш. Сюда и выкинуло. Походу с танка. Раненый. Хоронить-то на кладбище не проедешь. Прямо палисадники похороним. Сейчас в поселке остаются не более 60 местных жителей. До боевых действий в Опытном проживало больше 1000 человек. Кто разъехались по родственникам, по Украине, кто куда смотрится. Сейчас в Авдеевке больше, чем у нас на Опытном. Все где-то рядышком, весь Донецкий. Те, кто остались, вынуждены жить в полуразрушенных домах. Вот он без крыши, я в нем живу. А вон видно, вон оно видно даже, где он за деревом, где мне мина пролетела. Вот такая дырка в плите. Пролетела, не знаю, 120-я, по-моему. Буржуйку поставила, а что, сколько в подвале сидит? Большинство жителей ночевать в домах не рискуют, продолжают жить в подвалах. В этом убежище 28 сельчан укрываются уже второй год. Ну, тут спали еще, и тетка у меня на коляске была в прошлом году на одной ноге. Я тут спала, сын тут спал, она тут. В поселке нет электричества, воды и газа. Раз в 2 дня на пару часов местные жители запускают генератор, чтобы зарядить мобильные телефоны. А это поселок Зайцево. Здесь перебоев с электричеством нет. Пятиклассник Эдик может делать уроки в любое время. Правда, учиться приходится дистанционно. Раз в неделю дают за все дни. Я даже не видел своего учителя 5-го класса. И нашего классного руководителя. То знаю, как его зовут, и все. Через поселок проходит линия разграничения. Школ на подконтрольной Украине части Зайцева нет. А та, в которой учился Эдик, осталась на неподконтрольной территории. Ходить туда далеко и опасно, рассказывает мальчик. Ну, 5-6 километров. Пешком можно дойти, но сейчас страшновато. Это из блокпоста надо пойти, то и блокпоста. Украинский 2 и ДНРовский 1. Как начнут стрелять, и непонятно куда идти. Прятаться. Для тех, кто не может ходить в школу за линию разграничения, передают ксерокопии конспектов. По ним и занимается Эдик. Вот мы делаем домашнее задание. Печатают и дают. Вот так мы ходим в школу. Светлана Павлюкова, телеканал «Донбасс».